артиста. Ну, карьера у меня была какая-то. Я все-таки до международного мастера дошел. Я был максимально был бронзовым призером, по-моему, Москвы среди мужчин. О, Николай Дубовик. Ну, Николай — это мой ученик, и мы очень часто с ним играем. Ой, а что-то я не то разыграл. Да, я же не то разыграл. Ай. Я же не то разыграл. Если играешь в систему с D6, то после G5 не нужно ходить G4. Ошибся я. Грубо причем. А, E5 нет, там шах на C8. Да. Плохо дела. Ну, по крайней мере, может быть, просто без пешки, и тогда можно будет играть как бы просто эндшпиль без пешки. Потому что это еще не так плохо. Да, то есть я просто без пешки. Попробую H6, чтобы до поля G5, тут конь G5 какой-то идет. Без пешки я с Николаем. Позиция, конечно, плохая, но могло быть все и хуже. Полез туда конем в поисках счастья. Опа! Да, там где конь, там будет вилка. Зевает Николай ладью, да, обидно. И я вышел на первое место.